стартовые вот эти вот пятиминутки, все остальное время как-то зажался. В чем дело, что с командой было? Ну, не с командой дело было, просто мы пока на первый, как по горячим следам, что мы проиграли Центрополь. Много брака было, созидания не получалось ничего. Вот в этом проблема. А так, сейчас более глубокий анализ сделаем. Посмотрим, проанализируем тренерским штабом, сделаем выводы. Далее. У вас в стартовом составе сегодня вышел Баринов, молодой игрок. Как оцените игру? Не кажется вам, что еще рано выпускать? Сегодня было видно, как много брак он делал. Ну, брак у всех был, не только у Баринова. И на этом зациклиться и надо, что именно молодой футболист вышел, и сразу брак. Брак у всех был. Что молодой, что опытный, там без разницы. Он на сборах здорово играл. Он выиграл на кубах с Амкаром уже. Я бы не сказал, молодой по годам, но не по игре. Да, пожалуйста. Я хотел спросить про погоду. Не сильно повлияло? Да нет, наоборот, такую погоду, мне кажется, футбольная погода была. Быстрый мяч. Футболисты быстро бегали, чтобы не замерзнуть, наверное. А мне кажется, что Гильян именно из-за погоды переправил мяч? Честно, где мы сидели, там не видно было. Как получилось, что мы видели, что был прострел, а как? Мне показалось, что их игрок замкнул. Так показалось Славке. И так и не поняли. Сейчас посмотрим. Да, пожалуйста. 6 лет ты мог Керри обыграть, Локомотив, вот сегодня наконец обыграли. Это, собственно, предисловие. А вы ожидали, что крайний защитник Керри, номинальный Олимпус, будет так подключаться и, собственно, забыл вам мяча? Ну, конечно. Я знаю Рашид Маматкулыч, да и современный футбол, вот это требует подключения крайней защиты. Это ничего из странного не было. Вот. Что Рыбусь подключается. Вот так. Два мяча, во-первых, мы сами себе привезли. Если так начать. Я скажу, что это не Терек выиграл. Это мы проиграли.